Люсика маленькая. Вот решила пробовать, все ли у него на месте после смены. Необычно им поменяешь, и они начинают все, видимо, как бы вот слюной что ли обрабатывать. Сначала за щеки толкают все. Вот эти вот были персиковые, которые у меня королевские. Сначала натолкают за щеки, потом все это вытаскивают, выстраивают гнездышко. А одного держали мы вообще в прихожей и в закрытой, в такой немножко прикрытой наполовину была коробка. Ну, пластиковая. И он в конце концов, но к нему мы так не лезли сильно, не трогали. И потом, когда заглянули, у него было там вот вообще прямо как гнездышком. Так интересно было сделано. Прямо так вот, вот плотненько. Он бегает, сейчас будет всю бумажку перерабатывать. Гнездышко себе делать, пытаться. До свидания всем.